Глава республики Егор Борисов лично поздравил с победой в телевизионной игре «Поле чудес» следователя Амгинского ОМВД старшего лейтенанта юстиции Анну Филиппову. На встречу с главой также была приглашена начальник культурного центра республиканского МВД, старший лейтенант внутренней службы Юта Асикритова, активно участвовавшая в телешоу. Глава Якутии тепло приветствовал женщин, поблагодарил их за прекрасное выступление и великолепные эмоции, которые они подарили своим землякам. Цитата. «Ваша победа вызвала чувство гордости и ликования у всех якутян. Миллионы телезрителей по всей России и за ее пределами смотрели популярную передачу и благодаря вам увидели Якутию с новой прекрасной стороны», подчеркнул на встрече Егор Борисов. Закрутились, завертелись культурным центром, и у нас был отбор, достаточно хороший отбор, думали, кого направить. Завел, поговорил, собеседование провел, 24-го, это было февраля. Якутяночка тоже звучала очень гордо, там мы просто, ну, у моих внучек слезы появлялись. Как приятно слышать, хорошо очень. Для нас вначале тоже, да, как победить, это вообще как нереальное было. Она выиграла автомашину, уже я видел. Да. Ну, победа лучше, да? Победа лучше.